Трансформеры Прайма. Ну как тебе новая рука, которую тебе док поставил? Прижилась? Да, вполне. Теперь могу трансформировать ее в оружие. Как я понимаю, нам надо выведать о планах Шоквейва, узнать, где его лаборатория. Он постоянно перемещается. Тогда узнаем о расположениях его баз побольше. Вдруг найдем и на старой что-то. Меня больше всего интересует, почему именно сейчас они захотели улететь с Кибертрона. А вообще, почему мы не используем психокортикальное вмешательство? Док с нокаутом сказали, что сделают это в последнюю очередь. Нокаут. Кстати, Шоквейв оказался довольно сильным. Ухайдокал меня за 4 удара. А меня пугает то, что у него есть формула киберматерии, с помощью которой он может делать почти все, что угодно. Ну что ж, я его отделаю. Давай сначала попробуем по-моему. Ой, все веселье испортил. Оптимус бы не одобрил насилие без нужды. Ну привет, Скрим. Будете пытать? Нет, если ты нам все скажешь по-хорошему. И что же вас интересует? Расположение всех баз Шоквейва. Откуда я могу знать? Ты работал с ним довольно часто, а значит, бывал во многих лабораториях. У Шоквейва десятки лабораторий по всему Кибертрону. Всех их знать невозможно. Почему бы вам не спросить у этого предателя нокаута? Это первое, что мы сделали. Он все, что знал, рассказал. Что замышляет Шоквейв? А что взамен? Ты не в том положении, чтобы просить. Старскрим, что замышляет Шоквейв? От этого зависит судьба Кибертрона. Ха-ха-ха-ха-ха! Да что ты говоришь? Он уж точно ничего серьезного не замышляет. Он боится вас и ищет путь сбежать с этой планеты. Куда? Просто куда-то. Ты давай-ка лучше все рассказывай и сразу. А то перейдем к менее гуманным методам. На какую-то планетку, где есть база десептиконов с энергоном. Что за планета? Не знаю. Что ж, переходим к менее гуманному способу. Стой. Я, кажется, знаю, что это за планета. Халсион. Находится в соседней системе. Служила перевалочным пунктом для десептиконов. Это она? Не знаю, я же сказал. Что ж... Ладно. Да. Так бы и сразу. Что по лабораториям? Меня как-то Ультрамагнус недолюбливает. Я ему ничего плохого вроде как не делал. Он довольно консервативный. Он не сразу принимает что-то новое. Мне кажется, он видит во мне предателя. Ну слушай, ты ведь бывший десептикон. Так что его опасения понятны. То есть ты тоже так считаешь? Знаешь, после всех событий, что были, смотришь на мир как-то по-другому. Так что нет, я так не считаю. Спасибо и на этом. Кстати, а не хочешь зайти к Старскриму? Позлорадствовать? Что-то мне подсказывает, ты нам можешь выбить какие-то сведения. Поговори с ним о десептиконах, о Шоквейве, пораздражай. В порыве гнева, может, он что-то выдаст. Мы узнали все, что хотели. Да, он оказался довольно сговорчивым. У кого-нибудь есть еще вопросы к Старскриму? Думаю, при виде меня он точно о чем-то проболтается. Категорически нет, он бывший десептикон, и кто знает, вдруг он поможет сбежать Старскриму. Подождите, тогда к чему эта вся дискуссия, если он очень сговорчивый? У него любой же сможет выведать информацию. Что-то мы тупанули. Короче, я пойду с ним. Поверь, он ничего не учудит. Хорошо. Нокаут? Не ожидал меня тут увидеть. Мы пришли тебя допросить. Не понимаю. Меня же только что допросили. У нас к тебе еще есть вопросы. Как там десептиконы поживают? Есть какие-то планы? Ты же знаешь, что все десептиконы разбросаны по галактике.
Кто в здравом уме полетит на Кибертрон, если на нем только автоботские маяки? Кстати, вы там наделали еще клонов-предаконов? Предаконы. Они в Даркмаунте меня хотели прикончить. И почему ты еще жив? Только не говори, что тебе удалось сбежать. Нет, конечно. От предаконов не убежишь. Мне помог Шоквейв. Вот это поворот. Он тебе жизнь спас, а ты про него все рассказал. Ты это сейчас серьезно? Серьезнее некуда. Мне одному интересно, как тебя спасал Шоквейв от предаконов. Он просто сказал им, что я еще понадоблюсь. Предаконы отстали, и мы с Шоквейвом пошли на его базу. И как же ты им понадобился? Сам понять не могу. Возможно, он просто сказал это, чтобы спасти меня только для его личных целей. Каких еще личных целей? Ему нужен был пилот, чтобы улететь отсюда. И все? Не поверишь, но да! Он вернулся к старому проекту Гештальту, которого ввел в постоянный стазис во время войны. Но вывести из постоянного стазиса невозможно. Он приравнивается к смерти. Киберматерия, знаешь ли, мощная штука. И Гештальт мощная штука. Он может уничтожить нас всех. А вот это уже похоже на Шоквейва. Уничтожить 2/3 нашего биологического вида, чтобы часть оставшихся использовать для экспериментов. И все это только ради экспериментов? Нет, конечно. Его интересует немного политика, но он не любит говорить об этом. Думаю, мы уже все выяснили. Думаю, да. Стой! Нокаут! Выпусти меня! Жалкий ты предатель!